Воскресенье на студийных часах ровно 9 вечера, а это значит, что настало время обсудить самые важные события уходящей недели. В эфире телеканала «Хабар» программа «Жетакон». Меня зовут Александр Трухачев. Смотрите сегодня. 20 миллионов тенге, и это только аванс. Какую взятку, по версии оперативников, намеревался получить руководитель одной из дочерних компаний «Казагро». Где результат? Почему в стране не работают индустриальные зоны, которые давно должны были развивать производство и обеспечивать рабочие места? С карты на карту, мгновенные денежные переводы, популярный сервис или способ уклонения от налогов? Что глава государства думает по этому поводу? Итак, уходящая неделя принесла массу событий, многие из которых наглядно показали, что вопросы, поднимаемые в средствах массовой информации, не просто находят свое подтверждение, но и заставляют власти над ними задуматься и принять конкретные меры. Буквально в прошлом выпуске программы «Жетакон» мы рассказывали о том, как в регионах осваивают миллиарды бюджетных тенге, выделяемых государством на строительство сельских водопроводов. В репортаже из Восточного Казахстана мои коллеги показали то, как по документам местные чиновники отчитались о выполненной работе, но на деле ничего не построили. И вот на этой неделе наказать виновных потребовали из столицы. В том же выпуске мы пытались понять, почему субсидии и льготные кредиты не доходят до фермеров и чем на самом деле занимается государственный холдинг, который обязан предоставлять их крестьянам. И вот на этой неделе произошло событие, которое многое может объяснить. По версии оперативников, при получении 20 миллионов тенге в качестве аванса за взятку в 200 тысяч долларов задержан один из руководителей дочерней компании «Казагро». Боюсь сглазить, но все же предположу, что это и есть реальное воплощение той самой концепции слышащего государства, о которой в последнее время все чаще говорит руководство страны. Впрочем, учится слышать о своих внутренних проблемах не только наше государство, но и продолжает слушать и прислушиваться к позиции Казахстана и все мировое сообщество, которое все глубже и глубже затягивает системный кризис глобально-политических взаимоотношений. Выход из этой сложной ситуации только один, и этим выходом является выстраивание глобального диалога, о чем всегда говорит и о чем вновь на этой неделе говорил первый президент нашей страны. Меня-то удивляет, почему мир остается разделенным, к сожалению, опять же, по-идеологически. Советского Союза нет, холодной войны нет, Берлинская стена разрушилась, а вот разрыв идеологически остается. Обязательно нужен враг, против которого бороться. Его, если нет, его надо найти, и этим пользуются политики при выборах. Пошли санкции, пошли торговые войны. Я думаю, самый лучший ответ заключается, чтобы наши интеграционные объединения продолжали жить и развиваться. И доказать свою необходимость, сущность, и тогда обязательно. А вот это не замечают ни государства, ни народы, ни страны, которым это выгодно. Это политики заставляют вот так держать. Поэтому, опять же, необходим диалог. Я всегда призываю к переговорам. Сейчас великие ядерные державы должны сесть за стол переговоров. Я сказал, что надо создать глобальный альянс лидеров наших безъядерного мира. Интерес международного сообщества к тем концептуальным моделям выстраивания новой конструкции глобального мироустройства, которую предлагает Нурсултан Назарбаев, растет с каждым годом. Эксперты, политологи, экономисты и люди, имеющие колоссальный политический опыт и стаж работы на высших должностях, вот уже в пятый раз приехали в столицу Казахстана со всего мира, чтобы послушать Нурсултана Назарбаева и обсудить с ним сложнейшие вопросы будущего человеческой цивилизации. Формат дискуссионной площадки «Астана Клаб» уже стал известным мировым брендом и агрегатором сенсаций глобального масштаба. Взять хотя бы новость о том, что Нурсултан Назарбаев готов организовать встречу президентов России и Украины,
и уже даже говорил с ними по этому поводу. Эту новость моментально растиражировали крупнейшие мировые средства массовой информации. Самого же Нурсултана Назарбаева спрашивали в том числе и о его решении о сложении президентских полномочий и о процессе транзита власти в Казахстане. Он же, отвечая на эти вопросы, говорил не столько о себе, сколько о внешнеполитическом курсе Казахстана и его миротворческой миссии, которые, несмотря ни на что, остаются прежними и незыблемыми. Подробно об этом, а также о трех диалогах, которые предлагает миру Нурсултан Назарбаев, расскажет Лаура Байбачанова. В столице Казахстана авторитетные политики, эксперты и дипломаты на саммит Астана Клаб собираются уже пятый год подряд. Их намерения просты и понятны – сохранить мир во всем мире. Эта незыблемая ценность человечества сегодня стала настолько неустойчивой, что согласие в мире сегодня обернулось противоречиями между сильными державами. Единственное, что может разрубить этот гордиев узел – диалог, которому сильных мира сего Нурсултан Назарбаев призывает уже на протяжении многих лет. Мы наблюдаем масштабное возобновление конфликтов, геополитических противостояний по всему миру. И уходящий 2019 год был полон драматических событий, которые существенно ухудшили атмосферу доверия и кооперации в глобальном масштабе. Необходим сейчас открытый, честный диалог. Сегодняшние реалии таковы, что стоять в стороне и не замечать очевидного уже просто невозможно. И вот Нурсултан Назарбаев известен на международной политической арене как стратегически мыслящий, дальновидный политик, призвал мир сплотиться во имя будущего. Этому должна помочь еще одна инициатива Ельбасы – объединить усилия двух авторитетных организаций – СВМДА и ОБСЕ. Возможность подобной инициативы была подтверждена опросом экспертов Астана Клуба. 65% которых считают, что объединение этих двух структур позволит эффективно решать ключевые проблемы безопасности в Евразии. Прийти к 50-летнему юбилею Организации Объединенных Наций без ядерного оружия – еще одна глобальная инициатива Ельбасы. И у Казахстана есть все основания призывать мир отказаться от смертельной угрозы. Страна, добровольно отказавшаяся от четвертого по величине в мире ядерного арсенала, просто обязана кричать, призывая человечество последовать своему примеру. Нас беспокоит тенденция милитаризации азиатского пространства, в частности, нарастание напряженности вокруг Северной Кореи. Единственным решением проблемы вижу выработки действенных гарантий безопасности Северной Кореи со стороны всех членов Совбеза ООН. Нурсултан Назарбаев предложил ужесточить меры международной ответственности за выход из договора о нераспространении ядерного оружия. Предложил Ельбасы возобновить и глобальные саммиты по ядерной безопасности. Столица Казахстана могла бы стать площадкой для их проведения. Беспрецедентным является еще одно предложение первого президента Казахстана – создать глобальный альянс лидеров по разоружению. Необходим диалог. Я уже говорил. Три диалога я называл. Первый диалог между ядерными государствами, великими державами – это Соединенные Штаты, Россия, Китай, Европейский Союз – по проблеме ядерного разоружения. Не упасть опять в гонку ядерного вооружения. Между интеграционными объединениями диалог должен быть. Европейский Союз, Евразийский Союз, Шанхайская организация и другие. Перспективным Ельбасы видит и партнерство ЕАЭС с Европейским Союзом. Объединившись, их участники могли бы выйти на новые рынки. Нурсултан Назарбаев, как почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, заверил, что приложит все усилия для реализации этой идеи. Выступил Ельбасы из-за выстраивания диалога между Россией и Украиной. Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан. Я лично в этом плане работаю, заинтересованно работаю. И всем предлагаю не раздвигать отношения России с Украиной, а наоборот делать так, чтобы их сблизить и решить. Ну, решить на первом шаге, решить вопросы восточных Донбасса и Луганска.
Сесть за стол переговоров давно необходимо и США с Китаем. Из-за развернувшейся торговой войны между этими двумя мировыми державами сегодня колоссальные потери несет практически вся глобальная экономика. Никому не выгодно. Вот эта торговая война, она вообще снижает на 0,8% уровень мировой экономики. А это большие цифры всей мировой экономики. А это, значит, влияет особенно на развивающие страны, на нас влияет. То есть мировая проблема – это не договоренность Китая и Соединенных Штатов, это мировая глобальная экономическая и политическая проблема. Давайте все вместе здесь сидящие, знаменитые, известные эксперты, деятели и других будем считать. Нурсултан Назарбаев призывает мир к политике добрососедства. Ведь если в одной из стран царит хаос, от него страдают и соседние, ни в чем не повинные государства. Одна из самых больших обманчивых иллюзий в мире – это то, что можно купить безопасность. Я был в США после событий 11 сентября и видел в лицах людей чувство страха. Америка – самая мощная держава, которая платит больше всего средств на оборону, больше, чем 10 стран вместе взятых, и это не уберегло граждан от этой страшной трагедии. Ключевая позиция Нурсултана Назарбаева – сохранить мир во всем мире – главный посыл планете. И кому, как не ему, опытному политику, которому удалось сберечь единство в столь многонациональной стране, как Казахстан, известно, что именно от сплоченности зависит стабильность и процветание в любом государстве. Мировые эксперты эту казахстанскую модель предлагают взять за основу сохранения мира во всем мире. Вами, господин Назарбаев, были озвучены реальные идеи, одна из которых – это прийти к диалогу, который и станет спасением для каждой из стран. Меня всегда впечатляло ваше глобальное мышление. Ведь от любого конфликта страдают не политики, а больше всего простые люди. И вы четко сказали в своем послании в прошлом году, что только те нации, у которых есть высокий человеческий потенциал, они будут конкурентоспособными в 21 веке. Мне нравится, что в Казахстане есть четкий алгоритм, который обеспечивает долгосрочное развитие страны. Это программа «Казахстан-2050». 100 конкретных шагов. У скольких стран есть такие программы? Этот опыт необходимо внедрять и отслеживать, и время от времени отсматривать для корректировки курса. Господин Назарбаев, у вас есть видение далекого будущего. Ваши инициативы сделали наш регион более жизнеспособным местом на карте мира. Ваше участие в рамках сделки по Ирану, ваша эффективная роль, что касается направления этих переговоров, эффективная деятельность, что касается создания СВМДА, а также ваша личная роль – все это сложно переоценить. Высоко оценили эксперты не только миролюбивую политику Казахстана, но и его умение налаживать экономические связи. Сегодня, как никогда раньше, мы видим открытие Центральной Азии для мира и для того, чтобы отметить и правильно использовать потенциал этого вопроса. И здесь большую роль играет МФЦА как привлекательная система для инвесторов на протяжении 3000 километров. Этот регион даст хороший потенциал и стран Центральноазиатского региона. Фигура Назарбаева сегодня известна во всем мире. Политик пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Поделиться своим опытом первого президента Казахстана просят и ведущие политики, и бизнесмены, и многие известные в мире люди. Моя текущая работа связана с искусственным разумом и использованием его в политике. Я был весьма удивлен, когда узнал, что вы сделали заявление про это несколько лет назад в одном из обзоров. Там не было ни одного политического лидера, который в своем лексиконе использовал бы термин «искусственный разум». Поэтому у меня фактически вопрос. Когда вы выполняли работу главы государства, как вы наткнулись на этот термин? Откуда вы вообще выделили время, чтобы озаботиться этой проблематикой? Что касается искусственного интеллекта, по-моему, только ленивый об этом сегодня не говорит. И всем понятно, что куда развивается наука, куда развивается техника, вот как раз, наверное, это и сделает сингулярность в развитии человеческого общества, как все остальные великие изменения, которые происходили.
Пленарная сессия юбилейного 5-го заседания Астана Клаб продлилась больше 2 часов. Заявления экспертов и выдержки из выступления Ельбасы разлетелись на цитаты. А самого Нурсултана Назарбаева авторитетные эксперты назвали архитектором мира. Озвученные на саммите инициативы Ельбасы получили большую поддержку влиятельных политиков и экспертов и, без сомнений, поменяют правила игры в масштабах не только большой Евразии, но и всей планеты. Лаура Байбаченова, Айдус Медельбеков при поддержке телерадиокомплекса президента «ЖТКОН». Ну а уже в формате двусторонних встреч с участниками дискуссионного клуба «Астана» Нурсултан Назарбаев говорил о практическом воплощении всех предлагаемых им глобальных инициатив. В разговоре с бывшим главой Еврокомиссии, например, он в очередной раз получил подтверждение того, что Европейский Союз рассматривает Казахстан не только как своего стратегического партнера, но и как торговый мост между Западом и Востоком всего евразийского континента. У Европейского Союза огромный интерес к расширению отношений с Казахстаном и с Центральной Азией. И, конечно, мы все признаем лидирующие позиции вашей страны как в регионе, так и за его пределами. Глобальная безопасность и использование атомных технологий – эти вопросы, как одни из самых болезненных для всего мирового сообщества, Нурсултан Назарбаев обсудил с бывшим гендиректором МАГАТЭ, лауреатом Нобелевской премии мира, Мухаммедом Эль-Барадеем и президентом Глобального института безопасности Джонатаном Граннофом. С господином Эль-Барадеем мы давно знакомы, много раз встречались. Вы МАГАТЭ, организацию техническую, превратили в основной орган по нераспространению ядерного оружия. И мы с вами начинали создание банка низкообогащенного урана в Казахстане. И это осуществилось. Возглавляю вам Глобальный институт безопасности, объединяет ведущих лидеров, мнение которых очень важно. Казахстан действительно доказал свою лидирующую роль в деле нераспространения ядерного оружия. Казахстан не только на словах заявил о своих намерениях, но и подтвердил конкретными действиями. Вы избавились от ядерного арсенала, закрыли полигон и сделали все возможное в этом направлении. И теперь общей задачей является транслирование ваших идей с местного уровня на глобальный. О том, что интересы Исламской Республики Иран пересекаются не только с тем, как мировое сообщество относится к использованию на территории этой страны атомных технологий, но и с серьезными геополитическими вызовами, которые исходят из Сирии, Нурсултан Назарбаев говорил с министром иностранных дел этого государства Мухаммадом Джавадом Зарифом. Я очень рад встрече с вами. Передаю самые наилучшие пожелания от главы нашего государства. Народ Ирана и правительство высоко ценят вклад вашей страны, направленный на усиление стабильности в нашем регионе и его развитие. Благодарим за предоставление прекрасной площадки, где рассматривается вопрос урегулирования конфликта в Сирии. А это уже кадры встречи Нурсултана Назарбаева с директором Российского института стратегических исследований, во время которой Михаил Фродков заявил о колоссальной важности проведения встреч в формате Астанинского клуба. То, что вы приглашаете сейчас и формируете вокруг себя людей, таких небезучастных, опытных, это вот тот ресурс, который, как бы, мы называем экспертным, найти такие площадки, концентраторы вот такого интеллекта, который сейчас, мне кажется, очень востребован. Кроме этого, Нурсултан Назарбаев провел встречи с председателем правления JP Morgan Chase International Джейкобом Френкелем и с президентом Центра национальных интересов, издателем журнала The National Interest Дмитрием Саймсом, которые также принимали участие в заседании дискуссионного клуба «Астана». За день до того, как выступить на пленарной сессии форума, первый президент Казахстана и Владимир Путин по телефону обсудили то, как идет подготовка к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Об этом сообщает официальный сайт Ельбасы.
Ну а теперь от международной повестки дня к сугубо внутренним процессам развития государства. Во время уходящей недели Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета по управлению крупнейшим государственным холдингом нашей страны. Он объединяет под своим началом ключевые отечественные нацкомпании, а его генеральная миссия зашифрована уже в самом определении названия – Фонд национального благосостояния. Впрочем, с момента его создания к качеству работы этой гигантской, по сути, корпорации было очень много вопросов. И вот в какой-то момент перед очередным его руководителем первый президент Казахстана поставил конкретную задачу – наконец-то наладить менеджмент управления и сделать так, чтобы Фонд национального благосостояния начал оправдывать свое название на все 100%. Моя коллега Ирина Панфилова о том, в полной ли мере выполнено это поручение Ельбаса. Казахстанскую экономику фонд «Самрук-Казына» развивает уже 11 лет. Налоги, поступающие от группы компаний холдинга, сейчас формируют порядка 10% бюджета Казахстана. Только за 9 месяцев нынешнего года чистый доход корпорации составил 1 триллион 150 миллиардов тенге. Больше чем на триллион тенге снижен общий долг, почти на 5 миллиардов долларов сократился внешне. Фонд был создан по инициативе первого президента Казахстана, поэтому его работу Нурсултан Назарбаев контролирует лично. На этой неделе Ельбасы интересовался тем, как Самрук-Казына ведет свои дела. Спрашивал о том, как выполняют его поручения. Председатель правления холдинга рассказал об обновленной программе трансформации, как, основываясь на мировые тренды и тенденции, производственные и бизнес-процессы были переведены в цифровой формат, как внедряют IT-технологии. Поделился Ахмеджан Есимов и ожиданиями того, как все это позволит получить больше 70 миллиардов тенге чистой выгоды. По итогам проведенной работы оптимизированы предполагаемые расходы на внедрение неэффективных решений в сумме 60 миллиардов тенге. Железные дороги Казахстана нарастили грузооборот. Значительно увеличился транзитный поток через территорию страны, в основном из Китая в Европу, Центральную Азию, по транскаспийскому маршруту и обратно. Постепенно решается вопрос с дефицитом вагонов. Улучшилась операционная деятельность, снизилась кредиторская задолженность. Нурсултан Назарбаев поручил усилить работу. Вопросы по долгу есть, и это составляет определенные риски для компаний, которые генерируют основную доходность в тенге. Были даны соответствующие поручения, как работать в этом направлении. Хороших показателей фонд достиг в сфере добычи нефти, газа и газоконденсата, а также по переработке и транспортировке сырья. В результате этого повысилась чистая прибыль национальной нефтегазовой компании. Все это позволило реализовать крупные инвестиционные проекты, в том числе и часть магистрального газопровода Сыра-Арка, который уже достиг столицы. До конца года будут завершены работы по испытанию этого газопровода, пусконаладки, и тем самым в рекордно короткие сроки этот газопровод будет построен. Ровно год назад Нурсултан Назарбаев дал старт началу торгов акциями национальной атомной компании на бирже Международного финансового центра Астана. И вот уже сейчас инвесторам принадлежит почти 19% ее акций. В результате всего за этот год стоимость корпорации выросла до 3,5 миллиардов долларов. Несмотря на сложные рыночные условия, компания остается самым крупным производителем урана в мире и за последние 2 года лидирует по объемам продаж. В декабре мы завершим поставку 42 тонн низкообогащенного урана на склад МАГАТЭ в Казахстане. Все производственные и финансовые показатели в этом году мы ожидаем выполнить. 2 ноября прошлого года Нурсултан Назарбаев поручил запустить в Казахстане доступные по своей стоимости авиарейсы. И вот благодаря поддержке Фонда национального благосостояния в стране появился новый перевозчик, который за полгода превзошел самые смелые ожидания. По тарифам средний билет стоит 13 тысяч тенге, включая все сборы на одного пассажира. Мы провели исследование. Наши цены самые низкие в мире. Практически все самолеты летают полные. На прошлой неделе мы перевезли 500-тысячного пассажира.
Работе фонда Нурсултан Назарбаев дал хорошую оценку. 70% из 268 миллиардов тенге чистого дохода, а это 190 миллиардов, Самрук-Казына уже передал государству. Это вдвое выше показателей прошлого года. В 5 раз в денежном выражении увеличился объем дивидендов. Теперь важно и дальше обеспечивать эффективное управление долями государства, резюмировал Ельбасы. За короткое время, как мы заметили, руководству новому удалось решить системные вопросы, особенно сокращение долгов группы фонда в целом. Производственные показатели имеют положительную динамику, как мы сейчас заметили, и это важно сохранить до конца. Финансы. В прошлом году фонду удалось на 88% увеличить объем чистой прибыли к уровню 2017 года. В этом году наблюдаем рост еще на 40%. За 9 месяцев показатели выше годового показателя прошлого года. Хорошая динамика. Системно занимаетесь сокращением административных расходов и других неэффективных затрат. Это все оценивается, конечно, положительно. Первый президент Казахстана также указал на то, что важно эффективно внедрять новые механизмы стимулирования добычи на нерентабельных участках в нефтегазовой и химической сферах. И подчеркнул, что при выполнении поставленных задач особая ответственность ложится на коллектив корпорации. Работа Самрук-Казына, его прибыли, деньги, все абсолютно прозрачные, и все перед народом, и все используются на благо народа. Поэтому нам, как Совету по управлению фондом, как и совету директоров, надо провести планомерную работу по повышению доверия населения. Наши граждане должны понимать, что это принадлежит Казахстану и его народу. За этот год у фонда выросла экономия. Она составила больше 130 миллиардов тенге. Нурсултан Назарбаев поручил и дальше улучшать финансовое положение компании, а также продолжить приватизацию. Напомню, сегодня в группе компаний корпорации трудятся больше 300 тысяч человек. Ирина Панфилова при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Жетекун. В одном из наших прошлых выпусков, говоря об итогах поездки президента Токаева в Алматы и о той критике, которую он обрушил на прежнее руководство крупнейшего города страны, я позволил себе сказать, что проблемы этого города – это своего рода отражение проблем всех остальных крупных населенных пунктов Казахстана. И вот на этой неделе, посещая уже Акмолинскую область, которая максимально граничит со столицей и в которой по этой причине, казалось бы, все должно быть лучше, чем во всех остальных, глава государства вновь говорил о проблемах, недоработках и торможении прямых поручений руководства страны. Впрочем, все сказанное в адрес руководства этого региона можно смело спроецировать и на все остальные. Совпадение получится почти стопроцентным. Впрочем, не без незначительных отклонений в большую или в меньшую сторону. Тысячи гектаров неиспользуемой земли сельхозназначения, при том, что желающих работать на этой земле хоть отбавляй. Проблемы с питьевой водой, плохие дороги, некачественная инфраструктура, медицина, образование неэффективное, освоение бюджетных денег, закрытость местной власти, экология, неразвитый туризм, утилизация бытовых отходов и многое другое. Все это как про Акмолинскую область, так и про все остальные. Поэтому над тем, что сказал президент, изучив проблемы одного региона, стоит задуматься властям и других, потому как, судя по рабочему графику главы государства, свои поездки по стране он распланировал тщательно и намерен продолжать изучение внутренних проблем страны. Ну а пока более подробно о том, что срочно необходимо исправить властям Акмолинской области. Иван Тулинов продолжит. Акмолинская область занимает лидирующие позиции в отечественном сельском хозяйстве. А с недавнего времени в регионе пробирует новый формат – аграрно-промышленный. Первые результаты уже есть. Область выходит в лидеры в сфере машиностроения и цветной металлургии. А за счет программы «Нурлы жер» и по жилищному строительству. Только за последние 2 года сдано 900 тысяч квадратных метров жилья, что решило квартирный вопрос для 8 тысяч семей. В годы независимости мы превратились в государство, с мнением которого считаются во всем мире.
Казахстан был признан лидером Центральноазиатского региона, приобрел большой авторитет на всем евразийском пространстве. Во всем этом, несомненно, историческая заслуга нашего первого президента Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Задача правительства, депутатов парламента, акимов областей направить все свои усилия на полную реализацию долгосрочной стратегии Елбасы, плана нации и 5 институциональных реформ. Только так мы сможем преодолеть вызовы и трудности, исходящие из нестабильного международного сообщества, с достоинством выйти на траекторию устойчивого развития. Что же касается траектории устойчивого развития Акмолинской области и ее опорной отрасли, то одним из самых приоритетных вопросов остается количество орошаемых земель. Регион входит в тройку крупнейших зерносеющих регионов страны. В своем сентябрьском послании глава государства поручил использовать возделываемые территории в стране максимально эффективно. Однако на практике остаются земли, которые могли бы, но не используются. Несмотря на прямое поручение президента, дело с мертвой точки не сдвигается. Работа по выполнению моего поручения продвигается крайне медленно, что наводит на мысль о преднамеренном ее затягивании. Похоже, решили спустить на тормозах, поддавшись давлению тех, кто заинтересован в сохранении данного положения вещей. В таком случае и меры реагирования будут симметричными. Недобросовестным исполнителям мало не покажется. Повысить производительность труда – одно из поручений руководства области. Сегодня в сельском хозяйстве этот показатель на уровне 5-8 тысяч долларов. Для сравнения, в России – 17 тысяч, а в развитых странах достигает 90 тысяч. А вот следующее свое поручение президент адресовал не только всем региональным чиновникам, но и экономическому блоку Кабмина, который, по словам президента, в основном занят констатацией сложившихся проблем. Но от этого они не решаются. В Кокшетау? Столица одного из главных зерновых регионов, рост цен на муку был максимальным – почти 47%. Тем самым все наши меры по повышению реальных доходов населения практически сводятся на нет. Это говорит об отсутствии должного контроля за ценообразованием как со стороны правительства, так и местных исполнительных органов. С приходом новых министров приходят и новые реформы, меняются меры поддержки, но для аграриев такие перемены могут быть весьма болезненными. Президент поручил создать в сфере сельского хозяйства стабильную обстановку, на которую не смогут повлиять новые назначения. Кроме того, существенных результатов в сельхозтоваропроизводстве можно добиться за счет новых технологий. В прошлом году запустили экспериментальный полигон на 3000 гектарах. Результаты есть. Урожайность более чем в 2 раза превысила среднюю по области. Сэкономили на удобрениях, гербицидах. Но вне экспериментальных площадок мы не видим результатов. Поэтому я обращаюсь к министру сельского хозяйства, который здесь находится, с поручением. Надо что-то делать. Нужно привлекать науку. Институт Бараева на сегодняшний день начинает работать со всеми хозяйствами 3 наших зерносеющих регионов. Если в прошлом году точным земледелием было занято 500 тысяч гектар, то в этом году эти площади составляют 1,5 миллиона гектар, где по предварительным данным урожайность повысилась до 30%. Президент обратил внимание и на качество воздуха Акмолинской области. На территории одного только Бурабайского района работают 52 котельные. Решить вопрос смог бы магистральный газопровод «Сарыарка», но внутри региона работа по строительству сетей даже не начиналась. Из-за нерасторопности акимата жители не получат своевременно газ. До сих пор не получена документация на строительство сетей внутри поселков. Вообще, в чем проблема? Газопровода «Сарыарка», Хасан Кемелович, будет подключено у нас 20 поселков, 20 населенных пунктов. Изготавливаем 13 проектно-сметных документаций. Из них сегодня 4 документации уже объявили конкурса на проведение госзакупок. По остальным 7 у нас на выходе, остальные вот ожидаем в декабре месяце. Несмотря на то, что будет использоваться газ, а в регионе построят солнечную электростанцию, которая будет давать 100 мегаватт, в решении энергетического вопроса эти меры не помогут. В Кокшетау необходимо строительство новой ТЭЦ. Глава государства поручил заняться этим проектом. Я предлагаю правительству рассмотреть этот вопрос и решить его за счет привлечения
кредитов со стороны международных финансовых институтов. Это примерно 200 миллионов долларов. Это небольшая сумма. Тем не менее, кредит вполне вероятен. Такие международные финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Азиатский банк развития, они могут предоставить соответствующие средства, тем более данная проблематика входит в их портфель. Рассмотрите, дайте предложение. Мы должны обязательно построить в городе Кокшетау ТЭЦ. Улучшение качества жизни граждан должно быть главным приоритетом, стоящим перед руководством любого региона. Президент в очередной раз призвал прислушиваться к мнению населения. Пока же без вмешательства администрации главы государства решать проблемы не удается. В сентябре текущего года жители села Жаксы Жаксинского района добились практически невероятного. Они остановили добычу марганцевых руд и возможное экологическое бедствие. После постановки обращений на контроль отдела, принятые с нарушениями заключений государственной экологической экспертизы и разрешения на добычу руды были отозваны. Самостоятельными местные власти должны быть и в решении текущих вопросов тех же придорожных туалетов, состояние которых просто отпугивает туристов. А пока же такую неловкую тему приходится поднимать президенту. Имеются существенные факторы, которые сдерживают приток туристов, создают негативное впечатление, перечеркивают всю проделанную работу. Я говорю о придорожном сервисе и низком уровне обслуживания. О каком сервисе можно говорить, если мы даже не можем привести в порядок самые необходимые туалеты, об ужасном состоянии которых не говорил разве что ленивый. Это относится ко всем регионам, между прочим. Поставить точку в проблемных вопросах необходимо еще и потому, что в следующем году областной центр региона примет казахстанско-российский форум межрегионального сотрудничества. Аналогичный на прошлой неделе состоялся в Омске. Со времени проведения первого форума в 2003 году товарооборот между нашими странами вырос в 3,5 раза. В том числе наш экспорт в Россию вырос в 2,6 раза. После встречи с чиновниками Акмолинской области глава государства посетил объекты малого и среднего бизнеса, в их числе мясоперерабатывающий завод и предприятие по производству полипропиленовой тары, которое уже успешно работает на экспорт, а также швейное ателье, организованное матерью шестерых детей. Во время поездки глава государства отметил, развивая промышленность в Акмолинской области, необходимо учитывать ошибки, допущенные в первые годы реализации индустриально-инновационной программы, и предпринять действия по реализации планов. Касым Жомарт Токаев отметил, победными отчетами уже никого не удивить и не ввести в заблуждение. Поэтому от руководства области ожидается эффективная работа, которая позволит решить нужды жителей. Иван Тулинов, Жандос Битабаров, Бахытбек Нуртаев, Житыкун, Кокшетау. Ну а теперь о других пунктах рабочей повестки главы государства в нашем традиционном дайджесте. Накануне Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с Сооронбаем Жээнбековым поздравил кыргызского лидера с днем рождения. Кроме этого, главы соседних стран обсудили дальнейшие перспективы межгосударственного сотрудничества. Вопросы развития ООН и международную повестку дня президент Казахстана на неделе обсудил, встречаясь с бывшим президентом Словении Данило Тюрком. Оплата труда казахстанских сотрудников нефтедобывающей корпорации CNPC должна быть повышена, а казахстанское содержание в закупках товаров и услуг увеличено. Об этом президент говорил, встречаясь с председателем совета директоров китайской компании Ван Илинем. Кроме этого, на неделе Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты от послов Королевства Нидерланды, Венгрии, Греции, Арабской Республики Египет и государства Катар. Все подробности этих и других встреч президента за время уходящей недели приводит официальный сайт «Аккорды». Ну а теперь, как я и обещал в самом начале этого выпуска, о коррупции, которая в нашей стране обрела самые разнообразные формы и проявления. И если бытует мнение, что деньги, а чаще всего взятки берут именно деньгами, не пахнут, то вот мзда, которую получил один из сельских акимов Атырауской области, имела явный специфический запах и весьма нетрадиционную для коррупционеров консистенцию. За 300 мешков навоза, а выглядела эта взятка примерно вот так, только
раза в три больше, этот аким подписал разрешающие документы на получение земельного участка в подконтрольном ему населенном пункте. Суд постановил навозного взяточника уволить и оштрафовал его на 6 миллионов тенге. Но если взятка натуральными удобрениями стала своего рода прецедентом, то вот по словам специалистов антикоррупционного ведомства, мзда рыбой, дровами, иногда даже и подставками для цветов – это вполне распространенное для Казахстана явление. Такие формы взяток распространены в основном в районных, сельских округах, в городах республиканского значения, областных центрах преобладают взятки в наличной форме. А вот руководителя одной из дочерних компаний того самого холдинга «Казагро», о неэффективности работы которого не так давно говорил глава государства, подозревают в приверженности к сугубо традиционным подходам к получению взяток. По версии следствия, он получил 20 миллионов тенге в качестве аванса за принятие решения о продажи элеватора. В целом же свои услуги задержанный оценил в 200 тысяч долларов. По всей видимости, объектом следствия антикоррупционного ведомства вскоре станет и процесс строительства водопровода в городе Аягос, Восточно-Казахстанской области. Буквально на прошлой неделе мы рассказывали об этой ситуации в эфире нашей программы, на что на этой неделе отреагировали органы партийного контроля. Тысячи жителей не дождались питьевой воды, потому что реализация 6 проектов водоснабжения по отчетам была проведена только на бумаге. Но при этом строители-подрядчики получили бюджетные деньги за работу в полном объеме. В самом городе Аягос 10,5 тысяч человек не получили доступа к централизованному водоснабжению и 37 тысяч к водоотведению. Следует отметить, что только в 2018 году в Аягосский район из республиканского бюджета на проведение строительства и реконструкции объектов водообеспечения и водоснабжения по программе развития регионов было выделено более 2,5 миллиардов тенге. Как видим, во всех этих проектах акт приемки завершенного строительством объекта, несмотря на большой объем невыполненных работ от имени акимата Аягосского района, подписывал один и тот же человек, начальник отдела ЖКХ Мустафаев. Как так могло получиться? Объект не завершен, а акты выполненных работ уже подписаны. Сотни миллионов тенге перечислены подрядчику и никакого контроля со стороны руководства района. Ну и раз уж мы вновь заговорили о Восточно-Казахстанской области, то почему бы не продолжить разговор о неэффективной работе власти этого региона, где до сих пор не запустили в работу ни одной индустриальной зоны Усть-Каменогорска. В них давно должны были работать предприниматели, приносить доход государству, создавать рабочие места. Но сейчас эти площадки выглядят примерно вот так. Моя коллега Анна Абрамова решила узнать почему и заодно проверить, как работают аналогичные зоны в других регионах страны. Специальные экономические и индустриальные зоны должны решить ряд важных экономических задач. Привлекать крупные и малые предприятия, предоставлять им налоговые и таможенные льготы. Впрочем, это далеко не все преимущества работы на таких территориях. То, что индустриальные зоны создаются у нас и регламентируются предпринимательским кодексом Республики Казахстан, это очень важно, очень здорово. Индустриальные зоны, вообще это выделение земельного участка государством под предпринимательскую деятельность. И эта земля должна быть обеспечена инфраструктурой. Ну, это инженерные сети, получается, железнодорожные тупики и прочее. Но это в идеале. По факту же территории некоторых индустриальных зон пока что больше напоминают пустыри, при виде которых даже мысли о развитой инфраструктуре и подходящих для производства условиях не возникает и близко. По бизнесу никто не занимал. Вот только начали, потом что-то перестали. На территории индустриальной зоны Оркен-КШТ в Усть-Каменогорске до сих пор нет ни электроэнергии, ни воды, ни отопления. Хотя с момента принятия решения о ее строительстве прошло уже больше 10 лет. Началось все в далеком 2008-м. Но запустить производство на этой площадке сегодня просто невозможно. Хотя желающих хоть отбавляй. Наша компания
имеет возможность и будет строиться в индустриальной зоне Оркен-Кашете. На сегодняшний день эта зона просто не обеспечена инженерными сетями. На обеспечение индустриальных зон деньги выделяются из местного или государственного бюджета. Только вот в некоторых регионах, как, например, в Усть-Каменогорске, процесс финансирования почему-то затягивают. В плане инфраструктуры на сегодняшний день также по индустриальной зоне Уркен-Кашете проектно-сметная документация вся подготовлена, находится на рассмотрении в филиале нашем РГП «Госэкспертиза». И после выхода с экспертизы, соответственно, будет рассматриваться вопрос о финансировании. Но если отдельные территории, отведенные под организацию индустриальных зон, до сих пор не обеспечены никакими условиями, то существуют и такие, где все необходимое для работы предпринимателей есть. Но по какой-то причине большая часть инфраструктурных площадок не используется. Как, например, в Алматы, где с визитом в конце прошлого месяца побывал президент. В индустриальной зоне города зарегистрировано 33 компании. Инвестировано свыше 156 миллиардов тенге. Вместе с тем, за 7 лет с момента ее создания в эксплуатацию введено лишь 6 новых предприятий. Но дело даже не в количестве предприятий, работающих на территории той или иной индустриальной зоны, а в их доходах. А это уже вопросы качества работы управляющих компаний, которые решают, под какие объекты стоит предоставлять место, а кому необходимо отказать. Да и вообще, где нужно строить индустриальную зону, а где ее быть просто не должно. Когда из благих намерений в моногород кинули деньги, сделали площадку, а инвестора нету. Это о чем говорит? О том, что дело там не в инфраструктуре, нет абсолютно маркетинга. Поэтому здесь, видите, здесь очень надо гибко подходить. Насколько, во-первых, насколько действительно будет столько желающих поучаствовать. То есть какая специализация. Это же все надо смотреть на стадии проработки. Вот здесь вот как раз я считаю так, что на местах виднее. По убеждению местных властей, индустриальная зона Алматы очень перспективна и привлекательна как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Но почему-то дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как президент подверг критике ее работу. Всего за 2 недели здесь запустили 2 новых проекта. Если такие темпы сохранятся, то всего через полгода индустриальная зона Алматы заработает на все 100%. Но все же главным остается вопрос рентабельности и прибыли запускаемых проектов. Деньги, которые государство тратит на создание индустриальных зон, должны не просто окупиться, но приносить прибыль в виде инвестиций, налогов для государства и рабочих мест для населения. По СЭЗам у нас картина, в принципе, неплохая. 340 миллиардов, если мы вложили в инфраструктуру, то привлечь инвестиции нам получилось. Смогли мы на сегодня порядка 1 триллиона. Вот. По налоговым отчислениям у нас порядка 170 миллиардов тенге. По индустриальным зонам мы, если вложили в инфраструктуру чуть больше 55 миллиардов тенге, то привлекли мы порядка более 100 миллиардов тенге. На площадках специальных экономических зон в основном сосредоточены крупные предприятия, в то время как в индустриальных зонах по большей части работают компании малого и среднего бизнеса. И там предпринимателям предоставляются земельные участки с готовой инфраструктурой. Различие только в том, что работая в СЭС, предприниматель получает еще и освобождение от НДС, корпоративного подоходного, земельного и имущественного налогов. В индустриальных же зонах таких привилегий нет. Всего в Казахстане функционируют 13 специальных экономических и 23 индустриальные зоны, 2 из которых частные. На территориях СЭС работает 185 проектов, из которых 46 с иностранным участием. На стадии реализации находится еще 136 проектов. Создано 15 600 рабочих мест. В бюджет в виде налогов возвращено порядка 167 миллиардов тенге. На строительство инфраструктуры всех специальных экономических зон государство потратило чуть больше 340 миллиардов бюджетных тенге, в то время как объем привлеченных инвестиций составил уже больше 976 миллиардов. То есть один вложенный государством тенге уже привлек без малого 3 тенге частных инвестиций. В то же время на площадках индустриальных зон в 8 регионах уже запущено 142 производства. Создано 8,5 тысяч рабочих мест. На строительство инфраструктуры государство направило порядка
59 миллиардов тенге. Объем инвестиций же составил больше 213 миллиардов. Таким образом, на один вложенный бюджетный тенге приходится 3,6 тенге инвестиций. Одним из наиболее успешных предприятий, работающих на территории специальной экономической зоны, является аффинажный завод, расположенный в СЭС «Астана. Новый город». Завод был запущен в 2013 году, и уже сегодня он выходит на планируемую проектную мощность. По словам руководства компании, работа на площадке СЭС дает ощутимые преимущества. Земельный участок бесплатно предоставляется государством. Помимо налоговых льгот, также существуют плюсы для коммерческих организаций. Это наличие инфраструктуры необходимой, что положительно сказывается на финансово-экономических показателях предприятия в дальнейшей деятельности. Дополнительное преимущество от работ в СЭЗе – это принцип одного окна, потому что существует управляющая компания, которая обеспечивает всех участников СЭЗ необходимым инструментом взаимоотношения со всеми остальными госорганами. Это то, что касается таможенного регулирования, то, что касается налогового регулирования. Работа специальных экономических и индустриальных зон практикуется во многих как развивающихся, так и развитых странах мира. Их создание – это мера содействия государства бизнесу. Вот только пока что в Казахстане, в отличие от этой площадки, успешно функционируют далеко не все. Общие показатели работы СЭС и индустриальных зон по стране довольно неплохие, но есть и отдельно взятые территории, которые ощутимые прибыли пока что не приносят. Есть и такие, как, например, Усть-Каменогорская, Оркен, Кашите, которые для открытия предприятий непригодны вовсе. Анна Абрамова, Марат Таубаев, Азамат Саметов, Султан Калдыбеков, Жетыкун. На неделе президенту Токаеву вновь пришлось вмешиваться в ситуацию, вокруг которой начал создаваться серьезный ажиотаж в обществе. Все началось с того, что в Министерстве финансов заявили о необходимости проверки мгновенных денежных переводов с карты на карту с целью выявления фактов уклонения от уплаты налогов. Но это вполне понятное намерение фискальных органов не было должным образом разъяснено населению, и все подумали, что государство намерено вмешиваться в частные финансовые отношения граждан. Людям не смогли объяснить, что проверять стоит только предпринимателей, которые, получая доходы онлайн, не платят налоги. А налоги с доходов предприниматели платить обязаны. Так принято во всем цивилизованном мире. В то же время облагать налогами тех, кто одалживает знакомому до зарплаты, например, никто не собирается. Точку в этом вопросе поставил глава государства, поручив снять вопрос с повестки дня для того, чтобы тщательно все обдумать. Марат Тукатов о том, как развивалась ситуация. В Минфине заинтересовались денежными переводами казахстанцев. На этой неделе первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что операции граждан по банковским картам должны проверяться на предмет уклонения от уплаты налогов. По данным Минфина, по 30 миллионам активных банковских карт в стране каждый день проводится больше 1 300 000 операций. Заявление о необходимости их проверки вызвало общественный резонанс. Излишнему ажиотажу поспособствовало то, что в Минфине не сразу пояснили, что намерены разграничить доходы физических лиц и те, что поступают от предпринимательской деятельности. Информационно-коммуникационная политика некоторых ведомств правительства, она хромает. Была озвучена очень странная идея о фискализации, такое страшное слово было сказано, абсолютно всех P2P переводов. Мы с друзьями скидываемся на обеды в офисе, отправляем это все нашему поставщику, мы закупаем там фрукты, что-то еще, то есть отправляем это поставщику, мы где-то платим таксисту, потому что либо нет сдачи, либо у меня большая купюра. Это нормально, в этом ничего страшного нет. И говорить, конечно же, о фискализации всех переводов было нельзя. Позже объясняться пришлось уже главе Минфина Алихану Смаилову. Вот его цитата. «Ведомство не планирует взимать дополнительные платежи или налоги от таких переводов. Тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц». Конец цитаты. А вот представитель Национального банка Эрблат Досаев лишь дополнил, что увеличение объема безналичных платежей по логике должно сопровождаться увеличением дохода в бюджет. Он не собирается Министерство финансов обложить налогами.
а хочет видеть, что с этих платежей платятся налоги. Поэтому вопросы мы совместную работу Национальный банк и Министерство финансов проводим. Сегодня казахстанцы все больше предпочитают использовать безналичный расчет. За первое полугодие сумма транзакций по картам составила 4 триллиона 800 миллиардов тенге. Это в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь 2019 количество транзакций составило более 460 миллионов, тогда как в прошлом году этот показатель не дотягивал и до 200. Кроме того, казахстанцы стали активнее использовать интернет и мобильный банкинг. Каждая вторая операция за отчетный период была проведена через сайты или приложения для смартфонов. Сегодня Казахстан занимает лидирующие позиции в СНГ по уровню электронных платежей, онлайн-платежей. И это здорово, потому что тем самым удалось нашей казахской финансовой системе, благодаря вот налоговой политике, благодаря финансовой, банковской политике, удалось перевести в свет, легализовать огромную массу, большинство, подавляющее большинство операций с деньгами, финансового оборота. Но теперь предприниматели отказываются отпускать товары, оказывать услуги по карточкам. Они говорят, давайте оплачивать кэшем. Их тоже понять не можем, потому что предприниматель заинтересован в снижении давления на него. Банк просто сделал за Минфин часть его работы. Он сделал удобный инструмент, который можно легко и просто заменить нал. Это та самая цифровизация, о которой говорят с высоких трибун, которую за полтора года удалось достичь в такой сложной сфере, как личные финансы. Сегодня вся информация о движении денег по банковскому счету, включая карточные, является банковской тайной и охраняется законом. Вдобавок депутат Азат Перуашев сомневается, что у налоговиков есть ресурсы для того, чтобы следить за финансами всех предпринимателей. Если у нас налоговики проверяют только плательщиков НДС, а их 100 тысяч всего лишь, постоянно споры, постоянно судятся, как они собираются обходиться с 17 миллионами и с миллионом операций в день. В сентябре месяце президент Токаев сделал очень большой подарок для предпринимателей, освободил на 3 года малый бизнес от налога, более того, ввел мораторий на проверки малого среднего бизнеса на те же 3 года. Вдруг наши налоговики заявляют, что они теперь будут вводить по проверке для того, чтобы выявлять тех самых неплательщиков налога. И вот уже в пятницу президент Токаев поручил снять вопрос о денежных переводах с повестки. По его словам, система моментальных переводов становится все более популярной среди населения, и новые правила требуют тщательной проработки со стороны госорганов. В Минфине уже ищут другие способы выведения теневых бизнесменов на чистую воду. Обещают даже налоговые бонусы потребителям, которые требуют чеки у продавцов. Это, по данным Минфина, будет мотивировать покупателей к тому, чтобы расплачиваться платежными картами. Фискальные органы увидят реальный оборот предпринимателя и компании. Какая часть будет поступать в личный кабинет, так называемый налоговый кошелек потребителя, сейчас решается. В пилотном режиме проект заработает уже с нового года. Прорабатывается такая норма нами, так называемый налоговый бонус. То есть люди также будут заинтересованы требовать чеки, чтобы часть суммы, определенный процент, до 0,5% получать от стоимости его чека в виде налоговых бонусов, которые можно будет использовать для уплаты различных налогов и других платежей бюджета. Со следующего года предприниматели обязаны применять при денежных расчетах контрольно-кассовые машины с онлайн-передачей данных. На сегодняшний день на учете числится почти 500 000 таких устройств. В основном ими владеют представители малого бизнеса и крестьянских хозяйств. Вместе с тем, удобные переводы с карты на карту вряд ли потеряют свою привлекательность. Очень быстрые переводы, беспроцентные переводы. У меня сын пользуется, друзья пользуются, посоветовали, чтобы я тоже пользовался. Это очень выгодно, потому что с телефона перевод делаем. Допустим, лишние траты, допустим, лишнее время не тратишь. Мне нравится, допустим. Удобно. Жена использует нормально, хорошо используем. Без проблем. Зато без сдачи. Вот удобно. Желание налоговиков понятно. Уровень теневой экономики составляет 30% от ВВП. Каждый второй такой бизнес связан с торговлей. Это оптовые компании, контрабанда товаров, базары и магазины. Большая доля приходится на операции с недвижимостью, ремонт автомобилей и все сельское хозяйство. То есть везде, где вращается наличный расчет. Другой вопрос в том, что раньше в Минфине даже не знали о реальных объемах теневого оборота в той или иной отрасли. Но с появлением удобных приложений он становится виден. Поэтому правительству важно продолжать развитие цифровизации экономики и первыми подать пример прозрачности доходов и расходов. Марат Тукатов, Аян Сарсенбаев и Марат Кураков. Жетыкун.
И последнее. Сегодня в польский город Гливиц отправляется участник самого масштабного детского песенного конкурса мира Junior Eurovision. Единственный представитель центральноазиатского региона, юное дарование из Казахстана Ержан Максим. Он стал известен далеко за пределами нашей страны после своего триумфального выступления в конкурсе «Голос дети». А теперь ему выпал еще один шанс представить Казахстан уже на глобальном уровне. В этой поездке Ержана поддерживает наше агентство транслировать шоу на правах члена Европейского вещательного союза. 24 ноября будет телеканал «Хабар». Это большая ответственность для меня, поэтому я, конечно, волнуюсь. Буду рад, если мне придется выступать под порядковым номером 6. Это мое счастливое число. Что касается моей песни, мы хотим сделать выступление волшебным. Для этого со мной на сцену выйдет фокусник. Имиджевый страновой проект. Когда Ержан выезжает в Польшу, он представляет Казахстан, тюркоязычный мир. И весь мир, вся Европа, по крайней мере, будет судить о талантливых детях Казахстана, именно по Ержану. От того, как страна проголосует, во многом будет зависеть, какое место он займет. Вот такая некая консолидация нашей страны необходима 24 ноября, когда будет прямой эфир. Мы на него возлагаем большие надежды. Эксперты его шансы оценивают очень высоко. На этом у нас все. Ну а прямо сейчас ток-шоу «Большая неделя». Все о военных преступлениях граждан Казахстана в Сирии. В чем обвиняют возвращенных на родину экстремистов? Оставайтесь на Хабаре.